Вот таких кроссовок 12 пар в мире. Нет ответа, почему Сокони. Почему коллекционеры не любят публичность? Сейчас пар больше 600. Второй пары на рынке просто нет. Российское комьюнити, оно такое условное. У нас было все по-другому. У нас было весело, пьяно. Одна пара, один размер, один сэмпл. Ну, то есть в единственном экземпляре. Ты крупнейший коллекционер Сокони в мире или нет? Зафиксировать эту коллекцию в книге рекордов Гиннесса. Кто меня знает, я давно в деле. Ну, видите, это не модные кроссовки с Сокони, да, там, или что-то такое. Слушай, ну, все очень просто считается, да, вот, ну, как бы... Если не Сокони, какой бренд? Друзья, рад вас приветствовать во второй серии так и не названного шоу, так что если у вас есть какие-то предложения, то с радостью прочитаю в комментариях. Но сегодня у нас в гостях, наверное, самый олдскульный коллекционер в российском комьюнити, если у нас вообще есть комьюнити коллекционеров в России, Серега Ветров. Привет. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо и первый тебе. Сразу же тебе вопрос. Почему ветер 32? Ну, ветер я, наверное, могу доказаться, а почему 32? Ветер, потому что Ветров 32, потому что у меня был Golf R32. Да, в 2007 году я купил Golf R32, оттуда у меня ник и остался Ветер 032. И номер у меня был на машине 032, поэтому R032, Ветер 032. Блин, очень крутая тачка, шестой получается. Пятый. Пятый даже. Ладно, все, к сожалению, у нас не автоблог, хотя все-таки машинки мне тоже симпатизируют, но давай кроссовкам. Первый, конечно же, вопрос, как, Серег, вообще вот, когда все началось, да, вот первый вопрос, когда, наверное? Когда ты понял, что вот именно ты собираешь коллекцию? Наверное, осознание того, что я коллекционирую кроссовки, пришло где-то в 2012-2013 году. До этого времени я просто покупал кроссовки, собирал кроссовки. Ну и, безусловно, все время акцент был на Сокони. Скажи, а как вот именно процесс покупки кроссовок перетек в коллекционирование? Как-то спонтанно или все-таки была какая-то цель? Цели не было изначально. Просто я человек увлекающийся, всегда был участником каких-либо комьюнити, автомобильных, часовых, кроссовочных. Просто это хобби, которое превратилось в такое в коллекционирование. Вот. Изначально задачи коллекционировать не стояло. То есть ты из автомобильной тусы перетек в кроссовки? Или все до было? Кроссовок я еще был в тусе собирателей часов. Даже так? Я и так сейчас, я и сейчас там остаюсь, но уже гораздо менее активно. Слушай, интересно. А можешь назвать отправную точку, первую пару Сокони, с которой началось твое увлечение? Почему именно вообще этот бренд? Нет ответа, почему Сокони. Просто вот понравилась марка, и все, как бы бренд понравился. Увидел первый раз где-то в 92-м, 93-м, 94-м году эти кроссовки, когда я был студентом, и мне эти кроссовки понравились. Первую пару Сокони я купил в 96-м году в Москве, в магазине официально. Вот, еще несколько пар купил тогда. Ну и все, собственно говоря. Слушай, ты сказал официальный магазин. Я же правильно понимаю, что сейчас их нет у нас в России? Официальный в смысле того, что легально привезенные кроссовки. Какая-то спортивная сеть магазинов тогда была в Центральном детском мире. Тогда вот в этот магазин был там. И они, как я понял, там было много моделей. Ну, немного, может, моделей 5-6. И они официально были представлены. Я об этом и это имею в виду. Слушай, наверное, надо было спросить вначале, но как все-таки правильно? Я вот помню точно, что я несколько лет назад читал именно статью, как произносить правильно Сокони. Сокони, извини. Правильно Сокони. Ударение на первый слог. Сокони, да. Вот даже, вернее, Сокони на старых коробках, в том числе вот здесь вот на, да, на коробке от Гритвеба написано, как произносить.
Сокони. Название пошло от индейцев американских. Сокони Крик — это река. То есть это логотип — это река? Да, и это три точки — это три валуна, которые эта река огибает. Ты сказал, что у нас есть официальное представительство Сокони в России. Есть дистрибьютор. Хорошо, а сам бренд о тебе знает или нет? Бренд обо мне знает. Да, со мной сотрудничает. И штаб-квартира американская, и европейская. Ну и сейчас российский дистрибьютор в конце прошлого года тоже стал со мной сотрудничать, поддержал меня в моей поездке на Сникернес. То есть большое им спасибо. Ты знаешь, ситуация такая, что благодаря своему увлечению коллекцией я познакомился со многим количеством коллекционеров. И это вопрос, который коллекционеры между собой, ну, коллекционеры кроссовок обсуждают, спрашивая, суппортит ли тебя твой бренд. И, как правило, ситуация у всех одна и та же. Как бы, да? Ну, суппортит, но не так достаточно, как этого хотелось бы коллекционеру, я бы так это сказал. Сколько у тебя пар? Мы не обозначили. Сейчас пар больше 600. Точного числа у тебя нет? Нет, можно посмотреть, но это где-то чуть-чуть больше 600 пар. А здесь какая-нибудь таблица, учет? Да, я, безусловно, веду учет пар. Ну, потому просто это удобно, это полезно. Все пары, которые я купил, они перефотографированы у меня, ну, не профессиональным способом, а просто на iPhone. Плюс я стараюсь записывать, за какую цену я купил ту или иную пару. Эту статистику веду по новым парам, в смысле, по новым, там, коллаборации или что-то такое, да. Но не веду эту статистику, не знаю почему, не стал ее вести по винтажным парам. То есть у тебя, грубо говоря, есть какая-то цифра, которую ты потратил вот на новые коллаборации, если ты учитываешь цены, за которые ты их купил? Слушай, я, да, цифры есть. Я примерно в голове понимаю, сколько все это стоит, сколько на все потрачено. Но я, честно говоря, надо нас заняться. Те цифры, которые у меня есть, надо их сложить. Ну давай к сумме в конце вернемся. Раз уж речь зашла про коллекционеров, есть у нас вообще какое-то комьюнити в России? Потому что вот чтобы найти... Вот я часто у себя в сторис выкладываю, есть ли у кого-нибудь поснимать коллекцию, там, ну вот, единицы, пожалуй, только тебя могу назвать, наверное. Ну просто, наверное, я самая публичная личность, да, из коллекционеров. Почему коллекционеры не любят публичность? Я не знаю, мне кажется, просто российское комьюнити, оно такое условное. Было время, когда оно было более сплоченным, сейчас все повзрослели. Тот костяк, который был там 4-5 лет назад, наверное. У всех свои интересы, семьи, там, заботы и все остальное. При всем моем уважении, прошу не обижаться на это, но текущее комьюнити, молодое племя, да, ну, сложно сказать, что есть комьюнити. Есть просто ребята, которым нравятся кроссовки, и которые гоняются за модными кроссовками, за дорогими, для того, чтобы купить их и перепродать. А такого комьюнити или той истории, которая была там 5-6 лет назад, ее... Но мне кажется, что нет. Может быть, я просто слишком стар для этого сейчас, и я не участвую в этом во всем. Потому что я наблюдаю за тем, что, ну, безусловно, интернет прогрессирует, возможность там высказываться за экраном, вот, безответственно. Это приводит к тому, что я вижу этот срач, который происходит на разных площадках, а эти какие-то нездоровые кемпы с оскорблениями, с драками, может быть, даже. У нас было все по-другому. У нас было весело, пьяно, дружно. Вот. Ну, тогда все это было не так масштабно. А почему коллекционеры не афишируют себя? Я не знаю, просто я решил, что, может быть, я тоже не афишировал бы эту коллекцию. И до какого-то времени я это так и делал. Я подумал, что у меня такая большая коллекция, и мне бы хотелось с этой коллекцией с миром поделиться. Да? И поэтому я, собственно говоря, стал условно публичной личностью, да, какой-то, для того, чтобы создать музей, для того, чтобы рассказать эту историю, вот, для того, чтобы своего ребенка, сына своего, Ваньку, приобщить к этому, ко всему. Ну, вот так. Ну, а так я храню свои кроссовки. Здесь у меня хранится, наверное, ну, больше 500 пар. Технология моя следующая, что вот в таких коробках хранится от 8 до 10 пар. Соответственно, на каждой коробке есть опись того, что внутри, что позволяет мне достаточно в короткий срок найти нужную пару, когда она мне нужна для съемки.
или я захотел ее одеть. Здесь также, кроме кроссовок, у меня хранятся всякие интересные штуки, связанные с Соконей, которые мне друзья дарят, которые я собираю. Такой замечательный патефон, кресло, разные коробки, лимитированные коробки большие, которые бывают на релизах в определенных магазинах. Все это тоже здесь хранится. Глобально всю эту коллекция уезжала и приезжала сюда два раза. Первый раз она сюда заехала в 2017 году, после первой съемки. А второй раз в прошлом году, когда мы делали контент для музея. Скажу вам, друзья, что это очень трудоемкий процесс. На самом деле, привезти и увезти на склад — это не так сложно. Самое сложное — это разложить коробки на местности, куда мы приезжаем, а потом обратно убрать именно в тех коробки, в которых они лежали, для того, чтобы вот этот список и вот эти мои записи, они не нарушались. Это самое сложное, потому что всегда это происходит уже под утро, когда сил нет, и это полный трэш. Если еще раз я отсюда коллекцию буду увозить, то, надеюсь, уже я ее повезу в офлайн-музей, который, наверное, будет. Sokani Shadow 6000. Называются они устрицы. Вот такой мешочек, в которых они лежат, как устрицы на рынках продаются рыбных. Это релиз 2018 года, и с ним такая интересная история связана, то, что эти кроссовки, они в розничную сеть не попали. То есть они были в узких кругах анонсированы, но до розницы не дошли. И всплыли они только в Таиланде. Есть подозрение о том, что эту пару не пустили в продажу, потому что есть огрехи по качеству. Но на самом деле идея очень хорошая. Перламутр, подошва, всякие элементы сделаны таким образом, что они очень напоминают устрицы. Но вот до глобального релиза эта пара не дошла. У меня такая пара есть. Ее очень сложно найти в дедстоке. Вот. И стоила она мне, ну, не очень дорого, но и недешево, я бы так сказал. Грид 8000 с известным магазином Byte. Шестой релиз Crew World. Но эта пара до релиза не дошла. Это не сэмпл, это такая же история, которая похожа на устрицы. То есть была анонсирована эта пара, мы все ждали ее релиза, но в результате релиз не случился. Сейчас это, стоимость этой пары на eBay в среднем примерно $800-900. Есть у меня предмет для гордости. Это вот это одна из трех пар, которые у меня есть. Всего в релизе было 4 пары. Сделан он для Комикона магазином Super 7. 4 пары, 4 героя комиксов. Это Дракула, Металуна-Мутант, Вервольф и Франкенштейн. У меня есть 3 пары. За 4 я охочусь. Фишка в том, что каждая пара сделана всего в 12 размерах. Всего в мире 4 пары и общее количество их 48 штук. Каждая пара сделана один размер в одном экземпляре существует. Поэтому вот эти кроссовки 12 юз, это не мой размер, но я был счастлив и этот размер получить в коллекцию, потому что, ну, вот таких кроссовок 12 пар в мире. Ну, средняя стоимость на eBay, сейчас уже нет предложений фактически, но сейчас цена на eBay $950. Что характерно, здесь на каждой паре висит вот такой шильдик, который говорит о том, что это сэмпл. Одна пара, один размер, один сэмпл. Ну, то есть в единственном экземпляре. Следующая пара из этого же коллаба, о чем я сказал, это Франкенштейн. Очень красивая colorway, всем очень нравится, и найти их невозможно. Просто невозможно найти. Второй пары на рынке просто нет. Поэтому я очень горд, что эта пара у меня тоже есть. Ну, а стоимость я уже озвучил ранее. Ну, вот эта первая пара, которую я тогда успел, смог найти, это Дракула из этого коллаба. Размер 7, сынишка сможет носить, если я ему их дам для носки. Тоже, ну вот, как я в предыдущий раз говорил, что очень редкая пара. И здесь мне даже товарищ, который присылал, положил этот пакет оттуда Super 7. Плюс вот такой вкладыш. Это то, что продавалось на их стенде, я так понимаю. То есть у меня есть 3 пары из 4. Ищу Werewolf у оборотня. Так что, друзья, если у кого-то есть какие-то варианты, свистите, пишите, обсудим. Ты крупнейший коллекционер Sokani в мире или нет? Слушай, ну, никто не подвергал сомнению этот факт. У нас есть задумка зафиксировать эту коллекцию в книге рекордов Гиннесса. Ну, для того, чтобы как бы, да, было какое-то подтверждение.
Но из всех источников, которые, ну, там, официальных Socony, комьюнити Socony, никто не подвергал эту информацию обструкции, да, сомнению. Кто меня знает, я давно в деле, и поэтому, ну, это все знают мою коллекцию, многие видели, ты сам сегодня был на складе, все понимаешь, что это не рассказанная какая-то история, да, а это действительно, это реальность. Socony Team Russia, что это? Это комьюнити, которое мы создали в 2015 году. Вот, это просто объединение людей, увлеченных кроссовками Socony, брендом Socony, любящие, носящие кроссовки, собирающие. Вот у тебя более 600 пар. Какая часть из них твоего размера и какая часть из них была тобой ношена? Моего размера, наверное, коллекции сейчас уже, из-за того, что коллекция прирастает в основном сейчас уже за счет винтажа, и винтаж я беру любого размера, практически никогда нельзя интересующую редкую пару найти в своем размере. Я беру любого размера винтаж, поэтому сейчас коллекция, наверное, уже где-то сместилась, там, может, процентов 70 моего размера, все остальное не любого размера. Из того, что я носил, ну, наверное, процентов 40 я всего носил. Просто физически нельзя это все переносить. А потом есть пара, которые просто жалко носить, потому что вторую такую не найдешь. Либо она очень дорогая. Ну, и ты сам понимаешь, что дедсток, он есть дедсток, как бы, да, и это, ну, ценность коллекции увеличивает. Сникер-музей. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, чтобы зрители поняли, какая цель и вообще как все движется. Скажу так, что движется со скрипом, потому что это дорогостоящая вещь, и чтобы сделать качественно. Это дорогостоящая вещь, и пока я занимаюсь тем, что я ищу инвестора, либо финансирование на этот проект, грант или что-то такое. Идея донести через свою любовь к кроссовкам, через свою коллекцию, через свою историю, донести историю бренда до большого количества людей. Ну ты фанат олдскула. С этим спорить, наверное, не стоит. Слушай, вот еще знаешь, очень важный момент. Мне говорят, а вот, ну, видите, это не модные кроссовки с Socony, да, там, или что-то такое. Все-таки у Socony некая своя история и свой путь, я бы так сказал. Безусловно, они не равняются там с мейджор брендами сейчас, но выбрали некий свой путь. И, может быть, я Socony так проникся, потому что, наверное, я и предыдущих где-то там в своих увлечениях всегда для меня важен был вот этот комьюнити, да, вот этот такой некий закрытый клуб какой-то. Для меня это всегда вдохновляло. И в Socony точно так же. Когда ты там видишь человека в Socony, ну, ты там можешь ему сказать, чувак, прикольно. И он зачастую тебе скажет, да, блин. В этом есть какая-то историческая какая-то ценность для меня. И поэтому я за это я люблю Socony. Ну, хочу рассказать про несколько пар своих, которые мне дороги и которые для меня ценны, да. Одна из наиболее ценных пар в моей коллекции — это вот этот Jazz Low Pro, который посвящен революции в Мексике. Пара сделана в 2010 году, а ее практически невозможно было найти, и мне ее подарил мой друг Кирилл, собиратель Адидаса. Цена этой пары на eBay — $5000. Но для меня эта пара цена не тем, что она стоит $5000, а тем, что мне ее безвозмездно подарил товарищ, который меня прекрасно понимает, он разделяет мое увлечение, он также, как и я, коллекционирует кроссовки, и он прекрасно понимает ценность для меня, как для собирателя Socony в этой паре. Еще хочу рассказать, что у меня есть пара Sneaker Politic, которая была посвящена кафе Дель Монт, если я не путаю, в Новом Орлеане. И этому кафе было 157 лет, и была выпущена пара. Это пара Friends and Family, их, по-моему, 157 штук всего лишь. Это пара моего размера, я смог ее получить. Причем очень интересно, что есть такой пак из-за всяких стикеров, значит, значков, брелков для ключей. И плюс еще, так как кафе Дель Мон знаменита своими пирожками, булочками. И здесь есть, значит, смесь для приготовления выпечки.
Вот я все это дело храню. Стоимость этой пары на eBay там $500-$700. Это релиз конца 2019 года. Магазин Kilates 24 Барселона и Бангкок. Сокони, называется пара «Ля Виктория», посвящена путешествию Магеллана. Для меня очень ценно, что эту пару подписал Пол, основатель, фаундер магазина Kilates 24. Есть сумка к этой паре, плюс еще есть футболка, есть большой плакат. И вот такая замечательная пара, которая сделана из премиальных материалов. Очень, как и все Kilatesы, очень много деталей, акцентов, всего остального, и, конечно, всегда высочайшее качество. Вот эта пара имеет для меня особую ценность. Это VHS с магазином The Good Will Out. И эту пару мне и моим друзьям подписал Алекс, фаундер The Good Will Out. К сожалению, магазина сейчас уже не существует. Пара шикарная. В паре много всяких ништячков, в том числе кассета VHS. Вот, и здесь я ее храню в пакетике, потому что Алекс подписал эту пару, не только коробку, но и пару. Он оставил свой автограф, Алекс, на этой паре. Я его долго об этом упрашивал, и он это сделал. Еще одна пара Friends and Family, это Extra Bata, это For the People пара. Таких пар было сделано всего лишь 300 штук. Вот, это тоже Friends and Family. Многие с ее выходом пророчили, что это будет новый Invictus, новый король будет. Вот. Но, к сожалению, пока эта пара высот Invictus не достигла. Предмет гордости моей — это Азура, которую сделал Бодега, магазин Бодега. Это 40-я пара Бодеги в коллаборации с Сокони. И у меня есть все 40 пар, которую производила Бодега с Сокони. Это Friends and Family. Называется пара Lucky 13, счастливчик 13. Она посвящена 13-летию магазина. И эти пары нельзя было купить. Они рассылались только Friends and Family. Плюс в дату объявленного релиза эту пару люди, которые пришли в магазин и ждали в очереди, они получили несколько пар бесплатно. То есть все пары, которые в этот день в магазине раздавались, они были с чеком $0, и им дарили бесплатно. То есть на eBay эта пара стоит $1000. И я не знаю, на самом деле, есть ли у кого-то еще все 40 пар Бодеги, но у меня есть все 40 пар, которые сделала Бодега с Сокони. Также вот в моей коллекции сейчас даже есть небольшое количество пар, которые мне лично подписали ребята, которые являются учредителями или основателями магазинов. Это IFU, пара называется Гёте, и Себастьян, креативный директор магазина, мы с ним знакомы с 15 года, в момент релиза подписал мне эту пару, и они мне ее прислали. Тут также очень много всяких интересных вещей внутри находится. Сумки, буклеты, значки. Пара посвящена дому-музею Гёте в Дюссельдорфе. И сам магазин IFU находится в Дюссельдорфе. Я горжусь тем, что у меня есть такие пары, которые сами основатели этих магазинов для меня подписали. Ну, это король всех королей в Сокони, да, это Invictus. Ну, я часто про него говорил, я ношу эти кроссовки. У меня одно время было 9 пар Invictus'а, ну, несколько пар я продал, потому что нужны были деньги. Ну, это непокоренный король среди всех из Сокони. 2011 год, средняя стоимость $1000 пары, 1000 евро. Ну и, наверное, закончить я хочу релизом прошлого года. Это долгожданное сотрудничество Сокони и Рони Файга с его магазином Kite. Они вернули Grid Web в линейку. Пара оказалась очень популярной. Перед выходом этой пары был релиз двух расцветок от Рони Файга. А это вторая расцветка, значит, из этого же коллаба. Вот такая лимонно-лаймовая. Вот. Отличная расцветка. Так что Рони Файг оставил свой след в Сокони. Слушай, ну давай вернемся к коллекции все-таки. Если есть какая-то цифра стоимости, оценочная,
какая-нибудь? Не задавался таким вопросом. Слушай, ну, все очень просто считается, да, вот, ну, как бы 600 пар умножай на $100, да, получается 60 тысяч долларов, да? Ну, да. Так, да? Если большая часть коллекции куплена, наверное, за $200, да, вот такая. Ну, получается, ну, мне кажется, внутренне я 100 тысяч долларов перешел уже давно, как бы, потраченных денег на это. Ну, это было, наверное, года полтора-два назад, когда я понимал, что я где-то к 100 тысячам долларов, ну, наверное, я потратил. Вот. Ну, как-то так. А если брать цены, за которые они перепродаются? Я собираю сок, конечно. Поэтому... Да и вообще ситуация на рынке, она изменилась. Все граали очень сильно в цене просели. Да? Да. Безусловно, есть пары сокони, и у меня они есть. Те, которые там до сих пор там, на StockX или там, на eBay стоят там, $1000+, да. Какую-то часть коллекции, которую я покупал, когда вообще меня эта тема накрыла, я вообще пылесосил все. Ну вот, что меня интересовало, и на цену не смотрел. Первый пласт в коллекции куплен за очень большие деньги, как бы, ну, по сегодняшним меркам. Я вот был на Сникернессе, я написали, мы на моем стенде на баннере, что у меня 600 пар плюс, и это самая большая коллекция в мире. Я не писал, эта коллекция стоит $150 000, как бы, да. Не знаю, но как-то в этой ситуации деньги, вот, я почему-то не соизмеряю. Для меня это страсть, увлечение, и, не, безусловно, я деньги считаю, и когда я покупаю какую-то пару, я понимаю, теперь уже я никогда не делаю каких-то резких движений, я понимаю, что эта пара, она есть на eBay, и эту пару могу купить только я, потому что такого дорогого дурака, кому нужна эта пара, за эти деньги в таком состоянии ее нет, да? Ну вот, и этого человека просто нет, поэтому я никаких резких движений не делаю, чтобы, да, сейчас появилась пара, надо купить. Я прекрасно понимаю, что будет сейчас происходить с этой ценой. Да, иногда период ожидания очень долгий, можно и год, и два, и полтора, ну просто, и всех людей, которые в мире, кому нужна эта пара, и кто готов ее купить, я их тоже знаю, как бы. Для меня вот тут парадоксально, да, как бы, кроссовки покупаются за деньги, тратится сейчас это все, вот это очень модно, перепродажа, сколько там реселлер, все такое. Но вот, что-то я вот сейчас подумал, ты мне задал вопрос, я подумал, что, блин, я вообще о деньгах никогда не думаю здесь. Вот когда про свою коллекцию говорю и все такое. Ну, то есть вопрос, существует ли какая-то сумма, условно, за которую ты готов все это отдать, он отпадает. Я правильно понимаю? Никогда и не говори никогда, да? Ты знаешь, пока я об этом не думаю. Что будет дальше, я не знаю. Может быть, никогда не говори никогда. Разные бывают жизненные ситуации, да, поэтому... Ну, грубо говоря, на данный момент нет. Нет. То есть... Пока предложение удовлетворяющее меня не поступало. Да? Слушай, ну и крайний на сегодня вопрос. Если не Socony, какой бренд? У меня есть два ответа, да. Наверное, вот если не Socony, да, то все, что мне в голову приходит, это New Balance. Ну вот если бы не Socony, то, наверное, New Balance, да, потому что они мне как-то по духу тоже очень близки. Потому что я с людьми, которые собирают New Balance, с очень хорошими людьми, настоящими, знаком. Да, это тоже такой пласт культуры. И, ну, наверное, New Balance, да. Второй я хотел, два, думаю, да. Просто, понимаешь, есть... Да, да, второй ASICS. Нет, ASICS для меня нет. Просто есть бренды неизвестные, скажем так, да, или какие-то вот, ну... Я просто сейчас окунулся вот в то, что там вот испанский бренд, там Snip Crew меня очень заинтересовал. Это такое маленькое производство, премиальные материалы, как New Balance, вот самого хорошего, дорогого, знаешь. Ну, наверное, так, если, знаешь, так... New Balance, наверное, да. Только New Balance. Слушай, Серег, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Вас, ребята, обязательно жду в комментариях. Пишите, как вам такой большой подробный формат ролика. Не забывайте подписываться на канал. Ну и всем пока. Пока. Спасибо. Блин, что-то я вообще, меня понесло, блядь. Вообще все надо порезать, надо в пизду, блядь. Блядь, не надо все, блядь. Ладно, хуй.
Меня несет, блядь, уже все философствовать начинает.